21 сентября в Калачинске на стадионе «Сибиряк» прошел Всероссийский день бега кросс-нации. Он стал самым массовым забегом в Омской области и собрал около 1000 спортсменов и любителей бега. Первыми на старт вышли самые юные участники – воспитанники детских садов. Попробовать свои силы на настоящих соревнованиях некоторым из них помогали воспитатели и родители. На финише всех маленьких бегунов ждали награды. Такую же дистанцию, один круг, пробежали и спортсмены в возрасте до 10 лет. А вот участники постарше должны были преодолеть расстояние в 2000 метров. Анастасия Мякишева, семикратная победительница кросса нации прошлых лет на дистанции 1 километр, в этом году попробовала свои силы на двушке. И здесь бегунье удалось опередить своих соперниц. Так как 2 километра очень большая дистанция, я решила, что сначала я начну в среднем темпе, а потом уже под финиш буду ускоряться. Затем на трассу вышли старшие возрастные группы. С первых секунд после старта в лидеры выбился Евгений Березовиков. Победитель Шербакульского полумарафона и весеннего полумарафона на дистанции 10,5 километров без проблем одержал победу и в кроссе нации, преодолев 4 километра. Я бы привык вообще вести забеги, что в Омской области страницы недавно проживаю, приехал сам из Алтайского края. Здесь практически каждое соревнование выигрываю, поэтому мне сложности не было одному вести весь забег. По итогам соревнований в каждой возрастной категории определились свои победители и призеры Всероссийского дня бега. Их наградили медалями и дипломами регионального Минспорта. Отметим, что помимо Калачинского, беговой старт приняли еще 10 районов Омской области. Всего на старт кросса нации вышли 5000 жителей региона.